Выходные на свежем воздухе. В Люберецком округе продолжают работать открытые катки. Любители зимних видов спорта и активного времяпрепровождения собрались на запасном поле стадиона «Торпедо». Народные катания на льду посетила наша съемочная группа. Снежная, по-настоящему зимняя погода, хороший лед и прекрасная компания – залог праздничного настроения. Так считают в семье Дубровских. Любители покататься на коньках вспоминают. Прошлый сезон подходящими условиями для танцев на льду не баловал. Вот, вышли с семьей на коньках, каток был закрыт, но мы уже в снежки поиграли и увидели, что каток открыли. В новогодние праздники собираемся на лыжах, на сноуборде, вот, заливаем горку у нас на даче. Поддерживали новогоднее настроение сказочные персонажи – Снегурочка, елочка, медведь и символ года – бык. Для юных спортсменов округа прошла эстафета на льду. В округе открыто два больших катка – это стадион «Торпедо» и стадион «Урожай». Также у нас открыты хоккейные площадки, залиты, готовы для занятий спортом и катания. Это Болятина, на стадионе «Электрон» и на стадионе «Труд». В этом году вход на все катки округа бесплатный. На площадках работают пункты проката спортивного снаряжения и сервис по заточке коньков. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.